механизм ЕГЭ запущен по всей стране, уже наработана практика, уже какое-то количество лет проходит этот экзамен, все уже понимают, все уже знают, родители, дети, все участники процесса. Поэтому мы считаем, что в данной ситуации необходимо рассмотреть вопрос об, только, наверное, наказании, переносе сроков сдачи этого ЕГЭ. Это уже достаточно, наверное, будет. И все-таки мы считаем, что дети – это наше будущее. Вот так сразу наказывать в таком вот формате, в жестком выписывать штраф. Мы понимаем, что 16 лет исполнилось, можно сказать, эту процедуру выполнять, но все же попадание ребенка уже в базу данных административных правонарушителей, решение суда, пускай даже мирового судьи по данному вопросу, я думаю, что это не будет способствовать укреплению репутации самого ребенка и дальнейшего продвижения по жизни. Это уже будет в нашем современном открытом информационном обществе определенное пятно. Поэтому давайте все-таки больше наших детей любить и воспитывать не вот так именно штрафами, а все-таки, так сказать, именно воспитанием, а не таким вот наказанием еще и материальным, потому что мы тоже понимаем, не все ребятишки в этом возрасте имеют собственные деньги, очевидно, они пойдут спрашивать у родителей, родители могут по-разному среагировать, и мы видим, что у нас небольшое количество нарушителей, поэтому мера, наверное, свою возымела функцию, и, наверное, необходимо эту практику, как мы полагаем, и будем предлагать все-таки закрывать. Мы выступим с законодательной инициативой на федеральный центр об исключении вот этой меры из наказаний, из таких вот административных квалификаций по кодексу административных правонарушений.